Привет всем! Бывают ситуации, когда нужно удалить подключенное Bluetooth-устройство с компьютера, но стандартным способом это сделать не получается. Выдается ошибка «сбой удаления». В данном видео разберемся, каким еще способом можно удалить устройство. Как выглядит стандартный способ? Переходим в Bluetooth и другие устройства, дважды кликнув по значку Bluetooth. Наводимся на нужный девайс и выбираем «удалить устройство». В большинстве случаев удаление проходит успешно, но иногда случается сбой удаления. На самом деле в этом меню отображаются клоны подключенных устройств, грубо говоря, ярлыки. Поэтому нужно зайти в другие настройки и удалить устройство там. Зайдите в панель управления, перейдите в диспетчер устройств. Раскройте вкладку Bluetooth. Откройте вид и выберите «Показать скрытое устройство». Найдите устройство, которое хотите удалить. Оно может быть в 5 экземплярах. Удаляйте все. Из раздела Bluetooth и другие устройства гаджет пропадет после перезагрузки. Но если вам нужно было переподключение, то им вы можете заняться сразу, так как по факту устройство уже удалено. Просто нажмите на добавление Bluetooth или другого устройства и подключите необходимый гаджет по Bluetooth к вашему компьютеру. А на этом у меня все. Буду признателен, если оцените данное видео.